Всем привет! В этом коротком ролике я хочу рассказать о том, как быстро можно синхронизировать видео и звук. В начале съемки мы делаем три хлопка в ладоши, чтобы было проще синхронизировать звук и видеоряд. И мы отчетливо видим эти всплески на таймлайн. Точно такие же всплески мы видим и на отдельно записанном звукоряде. Но сейчас нет необходимости пытаться точно его расположить, чтобы звук у нас соответствовал видео. Все гораздо проще. Мы выбираем оба клипа сразу и нажимаем правую клавишу. Выбираем Synchronize Clips. Программа по умолчанию называет наш клип точно так же и добавляет Synchronized Clip, что означает, что этот клип синхронизирован. Проверяем все данные. И нажимаем ОК. Бумс. И мы получили синхронизированный клип, где произошла синхронизация по звуку. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Здесь ничего лишнего. Ставьте лайки.